Очередная сказка про трех медведей, увы, грустная. В реабилитационный центр «Велес» привезли косолапых сирот. Так всегда бывает в конце зимы. Медвежата, которым едва ли исполнилось 2 месяца, потеряли мать в результате нападения браконьеров. Рэй, Локи и Фрейя, так зовут малышей, по словам сотрудников центра, сейчас чувствуют себя неплохо. Хотя в первые дни их состояние вызывало серьезные опасения. Их напоили пастеризованным молоком и, скорее всего, использовали неправильный способ кормления, и они просто нахлебались этого молока, оно попало в дыхательные пути, и малыши хрипели, кашляли, скрипели. Более активные медвежата-самцы уже успели разрушить временную клетку. Пришлось строить для них деревянную мини-берлогу. Потерю матери детеныши переносят очень тяжело, плачут и зовут ее практически не умолкая. Напомню, уже 5 лет, как охота на спящего в берлоге зверя запрещена, ведь слишком велика вероятность убить только что родившую медведицу. В лучшем случае медвежат подкинут в реабилитационный центр, где их вырастят и подготовят к возвращению в лес. В этом году в списках будущих выпускников пока 5. Фрейя, Локи, Рэя и 2 косолапых подростков – Носик и Хвостик. Молодых медведей отвезут на остров в Карелию ближе к середине лета.